Нет, давай вот что-нибудь одно, а я другим займусь. Вот ты давай нос, а я ногу ломать буду. Я вижу вот здесь вот ногу. Ребро находится вот тут. Слушай, как это... А, то есть они отдались и еще нычки решили занять? Да, все так делают. Да, елки-палки. Так, а ты нычку только сейчас ставишь. Ну, это печально, конечно. Ну, дальность готова, давай сейчас еще один колосс сделается, и мы пойдем их и убьем. Как ты на это смотришь? Положительно? Я очень положительно, я прям рад даже. Посмотри на моих рабиков, как они забегали-то от счастья. Они услышали просто, стояли рядом с армией, там, в армии говорили, а мы идем их убивать. Слышь, дроп. А, это не дроп. А что это? Это роучи, зилоты. Ну, фигня всякая. Так, и лаги. Располагает. Слушай, ну, они сейчас могут тебе на мейн подняться. Да ты что, я уже отправил спецотряд, который этим займется. Видишь, отряд бравых мародеров и маринцев. Слушай, я не буду колоссов палить. Не надо. О, два зилота развлекаются с моими рабочими. Ну, кстати, одного ты потерял все-таки. Да. Ну, это небольшая потеря, он все равно был инвалидом и безногим. Если гусеница. То есть, подожди, подожди. Инвалид, а, то есть без ноги не обязательно инвалид. Стоп. Ты сейчас сказал, он был инвалидом и без ноги. Без ноги, да. А, ладно, давай не будем затрагивать тему инвалидов. Все тираны, они и так ужасно слабенькие, они бедные и несчастные, поэтому... Да, действительно. Бедные и несчастные тираны. Их так жалко. Екс. Ну, еще они один. Снова туда приходят, но я так не играю. Слушай, мне кажется, у него раллипоинт там стоит просто. Он сам не понимает, где он теряет войска. Бегаем вокруг мейна. Я тем временем добавляю регита для того, чтобы... Это я сейчас не тебе говорю, если что. Ага. Его убили! Чёрт. Придется прислать его двоих братьев, чтобы отомстить за него. Слушай, ну у меня 2000 минералов скопилось, я не знаю, что... Давай мне их сюда, потому что у меня нет денег вообще. Тому-то. Ставь туретки, а. Ага, на минералы. Давай минералы, я тебе зафотоню. Как тебе? Не-не-не, я... А, то есть от помощи ты отказываешься. Так и запишем. От помощи отказался. Я думаю, ты это будешь в медицинской карте при... А как они меня убили? Там же было два Маринуса, которые пошли мстить за своего брата. Ладно, я пошлю еще больше Маринусов. Так, мне бы медиваков бы немножечко было бы вообще хорошо. Счастье бы сразу на земле наступило. Ты знаешь, то, что мы сидим на базе, ничего не делаем. У них очень плохо раскачана нычка, ну, по крайней мере, у Зетка, если, конечно, у него здесь вот нет ничего. И у Тоса тоже не особо, на самом деле, качает нычка. И там есть один колосс уже. Ага, мута, я вижу. Мута, колосс и гидра. Гидра? А нет, подожди, или я перепутал, или это бейлинги. Смотри. А они выдвигаются. Они смелые. Вот Касп сейчас подлагает и... Хорошо им. Они то есть такие, знаешь, подумали. Ну, мы сейчас вот отлагаем и убьем их. Уебьем их, я услышал. Ну, в смысле, убьем их, я услышал. Ну, в общем, ты понял. Почетче бы немножко микрофон тебе купить, было бы вообще хорошо все. Причем здесь мой микрофон? Ну, помехи-то у меня тут. Плохо слышно. Ладно, тебя. Ладно, извини. Неважно, да, неважно. А, так, ну у меня тратится. Я минералы. Готов их убивать. Ладно, я тоже. У тебя 400 убивать. Газа. У меня много сентри, сталкеров. Есть плюс один, много колоссов. Сейчас почти достроился пятый. Пошли, я готов. Го-го-го. А это откуда все? Откуда это все пришло? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Сейчас я разложусь тут хорошо.
чтобы удобно было. О, вот так удобно. Бабах, бабах, танчики стреляют. Отлично, отлично. Колоссы, колоссы выжигают. Да, зато мы ни одного бейлинга к себе не пустили. Это хорошо. Не люблю бейлингов. Зеленые, мерзкие. Бейлингов никто не любит. О чем вышел? Ой, слушай, я не знаю. Видимо, его лаги достали. Кстати, да. Возможно. Так, я пошел к зергу. Ты ломай там нос, как мы договариваемся. А я займусь ребрами. Не, я ногой займусь. Я ногу потесаю. Какой ты все-таки мерзкий, Соки. Людям нос. Ну как людям? Зергом. Зергом носы разбиваешь, ломаешь. Что ты придумал? У них эти... слишком много. Они не, ну они-то не виноваты, по сути. Ну посмотри на них. Это же обычное зверьё. Следует инстинкту. А инстинкт гласит убивай. Кусай. Есть! Это ГГ! Поздравляю вас, коллега. Мы затащили. Коллега, вы здесь? Слышь, ты, пока мой напарник где-то отсутствует, я, пожалуй, за нас обоих с вами попрощаюсь. В принципе, одна из наших самых обычных игр. К сожалению, далеко не все они такие же удачные. Но все-таки StarCraft это действительно очень фановая и интересная игра. Всем пока, всем спасибо. Привет, Тининджес.